Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 14 апреля 2022 года, появилась информация, что суд, украинский суд, арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Виктора Медведчука, так называемого кума Путина. Вы вдумайтесь, 154 объекта. Среди арестованного квартиры, дома, автомобили и яхты. В Государственном бюро расследований сообщили, что под арест попало имущество не только именно Виктора Медведчука, но и его жены, Оксаны Марченко, которая вот скрывается в России. Среди арестованного 26 автомобилей, вдумайтесь, 30 земельных участков, 30 земельных участков, нафига тебе столько земли? 23 дома, 23 дома, это в каждой области по одному дому, 32 квартиры, по полторы квартиры фактически в каждом области Украины, 17 паркомест и моторная яхта. Арест также наложили на долю в уставных капиталах у 25 компаний, бенефициарным владельцем, который является Марченко и Медведчук. Это просто трэш. Вы вдумайтесь, пророссийский человек, который занимался полностью подрывом государственности Украины, жил на широкую ногу в Украине. И после этого Порошенко говорил, что мы воюем, и мова, вера там и тому подобное. Кто дал этому российскому агенту так развернуться на широкую ногу? Это просто трэш. А вы вот что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.